План нападения на СССР предполагал взятие Москвы в течение первых 3-4 месяцев войны. Однако бои за Смоленск задержали германское наступление на Москву на 2 месяца. Затем последовали сражения за Ленинград и Киев. И возобновить наступление на столицу немцы смогли только 30 сентября. Шел 4-й месяц войны. Добрый день, дорогие друзья! 75 лет назад под Москвой началось великое историческое сражение, которое потом получило название «Битва за Москву». Длилось оно более полугода, с 30 сентября по 20 апреля 1942 года. Потом историки разделят его на два этапа – оборонительный и наступательный. Но понятно, что наиболее тяжелым и кровопролитным был период оборонительный. Об этом написано много книг, снято много фильмов, игровых и документальных, и тем не менее в этом сражении еще очень много темных пятен. Пролить свет на некоторые из них мы попытаемся сегодня с моим собеседником, режиссером-документалистом, автором программы «Забытый полк» на Центральном телевидении Евгением Кириченко. Евгений, 17 июля прошлого года директор Госархива, есть такой Сергей Мироненко, на Всемирном конгрессе русской прессы заявил о том, что подвиг 28 панфиловцев – это миф. Другими словами, этого ничего не было. Но понятно, что он воспользовался архивными документами, которые в свое время подготовил главный военный прокурор в мае 48 года, о том, что действительно боя 16 ноября под Дубосеково не было. Ну, на самом деле речь идет о прокурорской справке. Да, справка доклада. 48 года, значит, она была подписана главным военным прокурором по фамилии, по-моему, Афанасьев. Вот. И адресована она была Андрею Жданову, члену Центрального комитета партии. И документ действительно заканчивался выводом, что подвига такого не было, вот, и боя такого не было. И там была выдернута из контекста фраза командира полка Ильи Копрова, которого допрашивали по этому делу. В 47-м году, да? В 47-м году, да. Прокурорская бригада проводила следствие после того, как один из панфиловцев, Иван Добробабин, оказался полицейским. То есть он служил в полиции, причем дважды служил под Харьковом. Ну, из этого эпизода было начато расследование. Целая прокурорская бригада, допрашивали они этих оставшихся в живых панфиловцев. Их было 7 человек. И эта справка, она заканчивалась выводом, что такого боя 28 панфиловцев не было. А был бой целой роты. Был бой, был подвиг, вот, но это не нужно было прокурору. То есть миф заключался в том, что вот эта цифра 28, она была придумана редактором «Красной звезды». Но и тем не менее сражение это было, бой был. Сражение было, да, и длилось оно не 4 часа, как написано в статье Кривицкого. Сражение шло до самого вечера. Вот, и это есть в документах. Немцы ночью воевать не любят. Они обычно планируют совершить марш в течение светлого времени суток. Вот. У них была задача совершить марш через эти позиции, но они не дошли до нее 25 километров. Это говорит о том, что у них не хватило ресурсов, у них не хватило мужества преодолеть сопротивление русских. И в отчетах гитлеровских офицеров вот этой дивизии так и было написано, что русские оказали свирепое сопротивление. Ну, я был в Дубосеково несколько раз, и у меня стояла задача разобраться, где именно находились позиции вот этой роты. Потому что о подвиге панфиловцев написал ведь не только Кривицкий. То есть, если бы это было выдумкой, то это было бы выдумкой одного издания. Да? Об этом первая сообщила газета «Известия». Причем она сообщила об этом уже 19 ноября или 18 ноября. Статья Кривицкого практически сразу, да? Вышла 28-го. То есть с перерывом в 12 дней
после публикации газеты «Известия», была еще статья в «Комсомольской правде». То есть не могли журналисты трех изданий собраться и договориться между собой, дескать, а давайте-ка мы сочиним такой миф, как будто бы наши остановили танки. Нет, этого не было. Был бой, был подвиг, политдонесения об этом шли со всех частей, то есть из полка в дивизию, из дивизии в армию, потом в штаб Западного фронта, то есть в главпуре об этом знали. И Щербаков, когда получал эти сводки, он отдавал это журналистам. Пока это политдонесение там дошло до Красной Звезды, прошло определенное время. Вот. К этому времени дивизия Панфилова уже была на Истринском рубеже, то есть они отошли. Но я хочу сказать, что дивизия Панфилова, у нее была особая тактика. Она была укомплектована не полностью, она была обескровлена в боях еще в октябрьских. Вот. И тот же самый полк Копрова, он состоял не из трех батальонов, а из двух. Вот. Одного батальона вообще они не сумели набрать. Вот. И рота Клочкова, которая считалась погибшей, они же вышли из окружения только вот накануне этих боев, в конце октября. Их уже всех списали со всех видов довольствия. Вот. Родственникам отправили похоронки. Они все считались погибшими. И когда они вышли к своим, то увидели новую четвертую роту. Вот. Ну, остатки 4-й роты в виде... То есть она уже была новая сформирована? Да. И вот в виде 2-го взвода вот эти остатки вошли в эту 4-ю роту. Вот и именно этот взвод, обстрелянный, получивший боевой опыт, он и принял вот эту схватку. Он участвовал в этой схватке с танками. Вот это были истребители танков, обученные борьбе с танками. Была раньше памятка такая солдату, где писали: красноармеец, не бойся танков, он слепой и глухой, и медленно ездит. Из танка действительно, то есть вокруг танка существует вот это, близко подползти с гранаты. Мертвое поле, да? Да, мертвое поле. И механик, водитель, там, и наводчик, командир танка, они не видят никого. Поэтому, как вспоминал один из оставшихся в живых этих панфиловцев, Васильев, он говорит, что мы не боялись танков. Наше основное оружие – это вот были бутылки с зажигательной смесью, коктейль Молотова. Вот. Ее можно было швырнуть на танк. Вот, и воспламеняясь, вот эта жидкость, она попадала и в двигатель, то есть танк мог взорваться. Таким образом они воевали. То есть это были такие вот одноразовые солдаты. Но тем не менее, вот как Васильев утверждает, он сумел в одном бою подбить 5 танков. И вот он снова прозвучал в лесу приграховой, и каждый слушал. Пошел. Ну, вывод какой из этого всего следует? Что все-таки это какой-то диверсионный вброс, я так понимаю, со стороны главного военного прокурора. И... Это проводилось, совпало с периодом атаки на Георгия Константиновича Жукова. То есть, может быть, это был такой компрометирующий ход, потому что именно Жуков ходатайствовал о награждении 28 панфиловцев. И это был единственный случай за всю историю войны, когда целому списку героев. Вот. Эта же история продолжалась раз от раза. Как только у нас ослабевало государство немножко, там, скажем, в 91-м году, когда у нас произошли все эти события, опять разговор о героях-панфиловцах возник. И в прошлом году теперь он возник снова на конгрессе русской прессы. Всемирный конгресс и прессы. Это значит, что это сразу же пойдет в СМИ, причем в западные. Нет, 28 панфиловцев — это для нашего поколения, вот для людей моего возраста, святыня.
которую нельзя трогать грязными руками. Это то, что составляет предмет гордости русской нации, русского народа. И таких героев в Московской битве очень много. И один из них Петр Еремеев. Еремеев совершил первым ночной воздушный таран. Это было 29 июля 1941 года. У него был МиГ-3, вот это высотный истребитель. Но в то время у наших высотных истребителей не было кислородного оборудования. То есть они были высотными, но выше 6-7 тысяч летчику было тяжело подниматься. Каждый с собой брал в кабину кислородную подушку. Немцы знали, что наши самолеты не достают до такого эшелона, и они безбоязненно летали там на высоте 9 тысяч. Петр Еремеев, израсходовав все боеприпасы, поднялся и пропеллером отрубил стабилизатор бомбардировщику. Тот вынужден был сесть, то есть он не развалился в воздухе, он сел. Этот самолет был выставлен потом на Манежной площади. И москвичи ходили к нему, фотографировались, эта фотография известная. Там была табличка: самолет сбит Петром Еремеевым. И вот за этот сбитый самолет его не наградили, а наказали. Он сел на гауптвахту за порчу материального имущества, потому что никто еще тогда не знал, как поступать летчику в воздухе, если у него кончаются боеприпасы. Что ему делать? Покидать машину там, то есть по инструкции он обязан был возвращаться на аэродром, но это значит сбежать с поля боя, это позор. И вот наши летчики дрались как могли, насмерть. Вы знаете, что в первый день войны, 22 июня, было совершено 7 воздушных таранов. 7 воздушных таранов. И Герман Геринг вынужден был буквально через неделю распространить циркуляр. Он запретил немецким летчикам приближаться к русским самолетам ближе, чем 100 метров. Он боялся, что просто русские летчики перебьют всех в воздухе. Вот. Еремеев один из таких вот бесстрашных сталинских соколов. Его спас Талалихин. Виктор Талалихин 7 августа совершает точно такой же таран ночной, но на другом самолете, на И-16. То есть это самолет, который значительно уступал там по скоростным, высотным характеристикам МиГ-3. Но Еремеев сбил, там был фельдфебель, а этот сбил высокий чин. И Талалихин стал героем Советского Союза уже через 2 дня. Ему присвоили звание героя. Поэтому имя Талалихина известно всем, он герой. Вот. А имя Петра Еремеева неизвестно. И вот Петр Еремеев свою звезду героя получил посмертно. В 1995 году постановлением президента Ельцина. Он стал героем России. Вот. А тогда его выпустили с этой гауптвахты. Вот. Командир корпуса 6-го авиационного ходатайствовал о награждении его орденом. Вот. Но комиссия потребовала материальное подтверждение этого подвига. То есть это надо было искать останки истребителя. Петр Еремеев от отчаяния написал рапорт и попросил его перевести на Калининский фронт. Вот. Там он вскоре погиб. Ну что ж, спасибо вам за эти раскрытые страницы. Спасибо вам за то, что вы, я открою секрет, сняли фильм такой «Битва за Москву». И я надеюсь, что вам удастся еще открыть еще очень многие страницы из нашей истории в своих новых фильмах. И мы с вами здесь еще встретимся. Я надеюсь. Спасибо.